Догони. Всем привет, друзья, подписчики, девочки, мальчики. С вами Крэш Паша, ваш любимый и незабываемый. И сегодня будем играть в игрушку, которая называется Angry Neighbor. Ну или по-другому Злой сосед. Она на телефон, на Android. Она по мотивам игрушки с компа, которая называется Hello Neighbor. Или Привет, сосед. Я уже здесь успел украсть фонарик и бинокль. Зачем, я не знаю, конечно. А ну, так вот. Так, это F использовать? Q. Ты зачем бинокль бросил? Подбери. Все. Я тут уже успел залезть зачем-то в электрический щиток руками, и мне говорят, поспи. Опа, я проснулся, отлично. У меня все забрали. Короче, мы поспали. Что-нибудь случилось с соседом? Так, смотрите, у него такой дом здоровый, пятиэтажный примерно. А куда делись все мои вещи? Типа их украл мой сосед? Бургер, смотрите. Я узнаю этот дом, я видел в видосиках этот домик, как кто-то играл в «Привет, сосед». Нам сюда, получается, нужно зайти и познакомиться с ним, да? А ну? Сосед, приходи, открывай, я... гости пришли. Ваза лежит. Смотрите, это, походу, наш фонарик, который он украл у нас, или... или нет? Так, телевизор, мне кажется, включать нельзя. Это очень похоже на бабушку Гренни, только это не бабушка Гренни, это привет, сосед. Ну, хотя смысл тот же самый, только здесь надо не убежать, а надо разгадать тайны. Разгадать тайны нашего соседа. Так, есть какая-то штучка, но я ее пока нажимать не буду, мне кажется, нас запарят. Па-па-па! Нет! Уйди! Не бей! Не бей! Fucking the bitch trash просто. Так, звук давайте чуть-чуть убавим. Чё, уходи, давай, давай. Обосрался, да? Ты знаешь, кто я, ты знаешь, кто я. Ну, музыка очень трешовая прям. Так, это что? Давайте в бинокль. А, у меня бинокль украл он, пока я спал. Представляете, он такой проснулся, какой-то пацанчик такой, красивый пацанчик такой, ну, типа меня. Берет и в его доме ходит. Есть лопата. Здесь присесть почему-то нельзя. Давайте возьмем лопату и попробуем. А зачем я цветы выкопал? Я не знаю, зачем я выкопал цветы, но мне кажется, я даже без лопаты их выкопал. Да, это реально копия «Привет, сосед» с компа. Здесь все очень похоже прям. Мне кажется, здесь очень много тайн в этом доме. А мне интересно... это что за клуб сатанистов из дерева какой-то? Ладно. Офигеть! А, это котельная! Не-не-не, отдай лопату. Так, здесь есть коробочка. Котельная, она прям такая страшная, как будто в аду. Так, это я здесь был? Здесь есть лом, капкан. Это маньяк какой-то, а не сосед. Так, ладно, пойдемте. Кнопку пока не нажимаем, я не хочу никого напугать. А, он телек смотрел. Я обосрался. Капец. Вообще дичь. Вообще дичь полная. Вон. Он у меня украл все вещи, офигеть! Вот крыса, капец! А, ну тут, видите, бесконечно можно умирать. То есть, как-то так. Так, он смотрит телек. Мы сильно громко ходим? В шкаф можно спрятаться? Да! Тут как бы дырочка есть, но плохо видно. В Грэнни лучше видно под кроватью. Так, картина здесь не падает, я уже привык, что у бабки Гренни все падает. Так, воруем ключ. Черный ключ, сперли, отлично. А куда деваются... что это? Ружье? Нет. Это тень. Куда деваются все вещи, которые он у меня украл? Мне вот это интересно. Так, это нельзя открыть.
Это можно открыть. Холодильники. Чё, жрать нечего? Ну, вообще, конечно. Так, ладненько. Коробки. Они ведут на какой-то... А, это типа шахта лифта, но она какая-то недостроенная. Куда деваются все вещи, которые он меня забирает, блин? Вообще непонятно, куда деваются все вещи. Куда они деваются? Это что? Радио. Угу. Вода. Ведра. Коробки, стулья. Почтовый ящик, а ну. Короче, он у нас... А интересно, можно пойти сюда? Нет, здесь заблокировано. Смотрите, у всех такие обычные домики. Беленькие, однотипные. Но у меня дом какой-то такой, розовый типа. Ну не розовый, бежевый. Я не знаю, что это за цвет. А у него вообще тут... Что случилось? Меня почему-то выкинуло, короче, назад. А у него такой дом очень классный, прям здоровенный, типа богатый, такой зажиточный соседик. Так, давайте побежим. Давайте... Как мой телек смотрит. По фанчику нажмем кнопочку. Ну, мы открыли гараж. Ладно. Гараж мы открыли. А толку, если мы как бы отсюда выехать-то не можем? Не можем. Так, котельная! Соседская! Соседская котельная! Быстрее! Да чё ты на меня смотришь? Ну, всё, давай. До свидули. Дули, до свидули. А ну-ка. Так, он перестал за мной идти. Нужно аккуратненько подойти, как бы. Он меня не спалит, да. А здесь он меня не спалит. Так, котельная, понятно. Вот в котельную. Какие-то демоны. Какая-то черная доска. Очень странно. Ну, вот это бак, а вот это пасхалочка какая-то. Так, идем дальше. Аккуратненько. Так, он смотрит телек. По-моему, смотрите. Куда он дел все вещи, которые я украл? Точнее, куда он дел все вещи, которые я украл, а потом он у меня украл. Почтовый ящик внутри дома? Странно. А это он дверь выбил. Это что, душ? Прикольно. Прикольненько. Прикольно. Так, что здесь есть? Какая-то вещь у меня в инвентаре была, но она исчезла. О, смотрите, я на второй этаж попал. А, это типа с помощью коробок сюда можно попасть, но смысла, как говорится, мало. О, смотрите. Вода. Яд. П-23. А, ПЗ-20. ПЗ-3. Аптечка, бухло. Короче, странный сосед здесь. Это вообще похоже на какую-то медкомнату со сранником. Так, это закрыто. А, это я закрыл? Так, это непонятно. Вот какая-то дальняя дверь. Она не работает. Не работает, ладно. Мне интересно, что он от нас прячет в этом здоровом доме. Мы нашли... Вот, черный ключ отсюда, по-моему. Короче, он у нас все ворует. Я не знаю, куда это все девается. Куда он девает ворованные вещи, которые он у нас отбирает? Я не понимаю, в мусорке? Зачем нам мусорка? Зачем нам мусорка? Она даже звук не сдает, как в бабке Грэнни. Короче, непонятно. Так, тут есть стена. Стена нам не подходит. Где клуб сатанистов? Как в него попасть? Кухня. На кухне ничего нету. Короче, все ворованные вещи исчезли куда-то. Походу, надо игру заново перепроходить или что-то в этом роде. Их реально нигде нету, блин. Вот он их в печку кидает или еще что-то. Короче, все пусто. Все вещи исчезли, реально исчез черный ключ, все исчезло. Все делишки. Солнышко светит.
Напишите, куда они деваются, я очень хочу узнать. Так, он смотрит телек опять. Или что он делает он? Не-не-не-не-не, я быстрее. Смотрите, старый пердун. Смотрите, какие у него глаза. Смотрите, какое лицо у него. Ты чё забыл? Смотрите. Дрыщ. Старый дрыщ. Он не палит, что я... Догони. Его машина сбила. Вообще капец. Короче, я нашел одну вещь, которую я не сделал. Я не нажимал на этот выключатель. Так, я на него нажал, но я не знаю, что случилось. Давайте посмотрим. А ну-ка. Может, нам надо выйти отсюда? Я открыл какую-то тайную дверь, смотрите. Я с помощью выключателя открыл какую-то тайную дверь, но... Здесь не видно, что случилось. Пара-па-па-пам! Нет! Почему он такой быстрый? Что ты такой быстрый? Короче, девочки и мальчики, на этой веселой ноте я заканчиваю. Это была веселая игрушка, странный сосед. Напишите мне, пожалуйста, как... А вообще, что здесь найти? Куда исчезают ворованные вещи? И так далее. На самом деле, Крэш Паша, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо и всем... Меня машина сбила. Всем пока.